Недавно был записан ролик, где актриса из Львова сказала, что все русские свиньи, всех их ждет смерть. Так вот, Андриана Курлецк-Митю, мы обращаемся лично к тебе. Нам не важно, сколько денег тебе заплатили за участие в этом видео. Не важно, какой славы ты ждала после этого. Но то, что ты озвучила, это не женское дело. Мы настоятельно советуем тебе извиниться в социальных сетях и сидеть дома. А теперь мы обращаемся к мужчинам Украины. Вам не стыдно, что за вас говорят женщины? Не стыдно выкладывать видео, где несчастная девушка вынуждена защищать вас, имитируя убийство? На правах европейских ценностей вы готовы выкидывать девушек и матерей, как пущенное мясо на поле боя? Вы готовы прикрыться актрисой, чтобы иметь возможность сбежать со своей семьей в Европу? От этого видео становится не страшно, а смешно, потому что мужчин среди вас, судя по всему, не осталось.